Делегацию Нижегородского государственного педагогического университета имени Казьми Минина знакомят с практикой внедрения проектного и бережливого производства. Один из примеров – оперативный центр управления. Структурирование информации и визуализация образовательных процессов позволяет эффективно решать поставленные задачи. Для отработки практических навыков в НИУ-БелГУ созданы фабрики процессов. В университете 4 таких фабрики, 2 производственных. Одна офисная и одна медицинская. Это учебная площадка, на которой участники получают опыт использования инструментов бережливого управления, учатся формулировать и решать возникающие сложности, выявлять проблемные точки, оптимизировать производственные процессы. Яркий пример применения бережливых технологий проектного управления МФЦ университета. За создание студенческого многофункционального центра НИУ-БелГУ стал победителем всероссийского конкурса проектного управления «Проектный Олимп». Этой высокой награды он удостаивался уже дважды. В основу развития системы проектного бережливого управления в нашем университете положена системность. Мы делаем акцент на синхронизации результатов каждого проекта с основными показателями, индикаторами стратегии развития университета, а сейчас, что крайне актуально, с индикаторами программы «Приоритет 2030». Но самое главное в университете – это не цифры, а люди, поскольку именно результаты делаются руками наших сотрудников. Конечно, вовлеченность первого лица и вовлеченность всего коллектива в процессе преобразований дает определенный карт-бланш. Мы непрерывно двигаемся вперед. А развитие партнерских связей позволяет нам расширять границы, создает новые возможности. Во время визита в открытую инжиниринговую школу гости познакомились с организацией обучения по замкнутому циклу, с проектно-ориентированными программами для школьников и практикой формирования межорганизационного потока по направлению инжиниринг. Сегодня в бережливую проектную деятельность в университете вовлечены образовательные, административные и профильные подразделения. В работе находится более 100 проектов, из них более половины направлены на создание новых технологий, продуктов и услуг. Остальные решают задачи по оптимизации существующих операционных процессов. Наиболее интересное, что вот лично мне, да, понравилось, это, конечно, система работы кафедр и факультетов, да, то есть это полностью бережливая среда, бережливый документооборот. Также хотелось бы отметить работу МФЦ, то есть у нас также в УЗИ есть МФЦ, но комплекс услуг, который наш МФЦ оказывает, но несколько уже. Очень было интересно посмотреть на ваших коллег, сотрудников всех подразделений, которые задействованы в проектной деятельности, увидеть их горящие глаза, как они с гордостью представляют результаты своей проектной деятельности, своих улучшений на рабочих местах. В ходе визита гости стали участниками интерактивной проектной сессии. Был выбран типовой для 2 вузов процесс организации практик обучающихся. Проведено картирование, выявлены часто встречающиеся проблемы и предложены их решения. Результатом работы команды НИУ-БелГУ Нижегородского государственного педагогического университета имени Казьми Минина стал бережливый проект педагогического направления, который в ближайшее время может быть запущен в обоих вузах.